работе. Компания Тепофол представляет вам технологию утепления без каркасных ангаров. Основой материала является вспененный полиэтилен, покрытый отражающим слоем из металлизированной пленки. Раскатываем материал и подготавливаем его к монтажу. Методом точечной конденсаторной сварки фиксируем гвозди на стенках ангара. Производим монтаж материала по всей длине сооружения и фиксируем его металлическими шайбами. Количество гвоздей берется из расчета 9 штук на 1 квадратный метр. Свариваем швы строительным феном. Укладываем материал цельным полотном вдоль всего сооружения. Таким образом, мы получаем цельную герметичную оболочку, которая минимизирует теплопроводящие мосты. Важно! Теплоизолирование ангара осуществляется цельным рулоном. Фиксируем материал, используя единый принцип крепления материала к основанию – в распор. Спаиваем швы строительным феном для получения цельного герметичного полотна. Теперь сооружение надежно утеплено и готово к зимним холодам. При перепадах температур материал изменяет свои размеры вместе с геометрией сооружения, создавая цельную, надежную и герметичную оболочку. Ваш ангар останется надежно защищен в любое время года.